Здравствуйте, дорогие друзья! Все течет, все изменяется. И наше исследование не стоит на месте. Появляются новые данные, исправляются прошлые ошибки и неточности. Также мы постепенно учимся делать все более наглядные выпуски с более хорошим звуком, изображением и качеством монтажа. Именно поэтому мы приняли решение сделать обновление старых фильмов. Не всех, а некоторых из рубрики «Аналитика», в содержании которых была обнаружена неточность, либо вскрылись новые факты, либо качество монтажа и звукового сопровождения сейчас выглядит ненадлежащего качества. На данный момент точно определено, что будут переиздаваться следующие фильмы. Первый – «Тульская линия». Второй – «Научно-технический прогресс начала 19 века». Третий – «Была ли на самом деле отмена крепостного права?». Четвертый – «Кто утопил Атлантиду?». Это нужно для более корректного отображения в целом всей картины событий прошлого. Подчеркиваю, переиздание проводится не с целью повторной публикации старого материала и привлечения к нему нового внимания, а с целью добавления новых данных и устранения выявленных ошибок и неточностей. После переиздания этих фильмов, их первой версии не будут удаляться с канала, но им будет установлен доступ по ссылке, а сама ссылка будет размещена в описании под новым выпуском. Таким образом, каждый желающий сможет сам сравнить обе версии одного и того же фильма, увидеть изменения и оценить внесенные улучшения. Друзья, вы можете сами предложить, какой фильм, помимо озвученных выше, стоит переделать. На этом не расходитесь далеко, все только начинается –